Всем здравствуйте, мне захотелось гиацинтов. Сейчас идем в один магазин, посмотрим, есть ли там цветочки. Потому что у меня дома вместо гиацинтов проклюнулись крокусы, а мне очень сильно захотелось гиацинтов. Сейчас пойдем посмотрим. Гиацинтов нет, идем в другой магазин. Жалко. Сейчас идем в призма магазин. Может быть, там есть гиацинты. Я прям так захотела. А в Бауховице точно не было. Там ассортимент совсем маленький. Похоже, гиацинтов и здесь нету, ребята. Нарциссы. Ассортимент не очень-то. Давайте возьмем. Какие тут еще есть? Которые пора скрыть. Сейчас возьму. Все, беру. Короче, ребята, я обломилась с этим цветком. Сказали, кот не проходит. Но мне так понравился. Продавец не пробила. Почему-то теперь пойду с этим. Или вообще не брать тогда. Не знаю, что делать. Иду с магазина, ребята. Что-то так немножко подрастроилась. Была счастливыми гиацинтами. Так, сегодня захотела гиацинтов. В магазинах, к сожалению, нигде нету. Мои гиацинты, как я говорила, уже не проклюнулись. Еще такая продавщица попалась грубо. Не пробила мне те, которые я хотела. Пришлось другие взять. И пересажу. Настроение подпорчено. Ну ладно. Домой после магазина. Посмотрите, я говорила, что это у меня гиацинты проснулись. Но это проснулись у меня не гиацинты, а крокусы. И то не все. Я так по кругу сажала. И только раз, два. Тут еще что-то. 3-4. Но этот, по-моему, он какой-то желтый. И вот эти злосчастные, хотел сказать, гладиолусы, гиацинты. Сейчас я их быстренько в середину посажу. И будет красиво. Потому что мои в середине, которые, они не взошли. Может быть, позже зайдут, я не знаю. Посмотрим. Но мне захотелось очень сильно гиацинтов. Как назло, в магазинах нету. Нашла и то еле-еле. Как говорится, и то они не очень-то мне, как сказать, я хотела более открывшиеся, но ничего, ладно, сейчас я быстренько вот так вот сделаю. Делается очень просто. О, какие корни у него. Так, надо же ямку вырыть. Сейчас, минутку. Надеюсь, там ничего нету. Ой, там, по-моему, тоже что-то. Проклевывается или нет? Нет. Так, ладно, если что, ничего страшного. Так, и вот так вот их раз. Ой, что там они глубокая какая-то. Ямка. Сейчас ее неудобно одной рукой. Сейчас. Так получилось. Они немножко кривоватые, конечно, но надеюсь, мои не полезут. И, конечно, надо было немножко, может быть, углубить их еще. Ну ладно. Все равно они отцветут, потом я их уберу. Красота. Весеннее настроение. Ладно, всем удачного дня и пока-пока.